Привет, привет, привет всем вам, друзья. 300 лет мы с вами не встречались в прямом эфире на Фейсбуке. Ну, равно как и на других платформах, потому что я долго не выходил в прямой эфир. Дело в том, что я был за границей, катался я на машине по Европе целый месяц. Правда, вот я уже приехал как почти 2 недели назад. Но, понимаете, никто не нуждается так в отпуске и в отдыхе, как человек, только что вернувшийся из отпуска и из отдыха. Особенно учитывая тот факт, что на самом деле отдых у меня был такой для души, но не для тела, да. И даже морально такой вот отдых тоже, чтобы расслабиться по полной своей программе умственно, там у меня тоже не получилось. И не за этим я ехал, на самом деле. Какая была... Ну, сейчас я пока выезжаю на трассу, я вам пока об этом расскажу, пока еще народ сам подтягивается. Третья это поездка уже на машине на своей в Европу. Самая длинная пока из тех, что были, вот я говорю, месяц. Вот, Иваново, ну то есть Россия, Белоруссия, Польша, потом дальше, вот я не по порядку перечислю, да, что-то я пошла, точно не помню. По-моему, дальше так, Польша, Чехия, Австрия, Хорватия, потом Германия, потом снова Австрия, потом снова Чехия. Я Словению забыл. То есть сначала Австрия, потом Словения, потом Германия, потом снова Австрия, потом Чехия, Польша, Беларусь и домой. Вот такая как бы тема. Такое путешествие. 2 недели на море, неделя в Хорватии, неделя в Словении. И на самом деле, вот и 2 недели-то я вообще плотно работал, писал статьи, записывал видео, которые вы, кстати, скоро увидите на каналах на моих, а некоторые видео я и выложил уже, еще находясь в самой поездке. И на основе этих видео на Яндекс.Дзене написал несколько самой статей, которые, как мне показалось, имели довольно большой успех. Вот. Ну так, относительно все, потому что сами понимаете, что темы, которые я озвучиваю, они не среди общих масс популярны. Среди определенной категории людей, занимающихся боевыми искусствами преимущественно. Вот. Кому интересен ЗОЖ, но больше к искусству боевые. Вот. Ну и, собственно говоря, вот я на трассу уехал. Сейчас я расскажу вам о том, что мне тут интересно-то показалось. Почему не отдохнул морально-то? Ну, потому что много работал, да. И очень много переездов было. То есть, вот 2 недели на море, а остальное везде, там, где-то по дню, по 2. То есть, много гулять, всякие различные интересные места. Все надо посетить, а между надо за рулем. И поездки, и переезды иногда, и по 500 километров, и вот и по 800. Так что нормально. По-всякому бывало. Вот, значит, я приехал, начал общаться активно с людьми в социальных сетях, в том числе на Фейсбуке, который что-то сегодня сбоил вообще капитально. На некоторых моих аппаратах он вообще не загружался. Вот, посмотрел, когда, оказывается, штука-то системная, многие люди 2 дня уже жаловались, что какая-то фигня, со страниц пустая. Ну, вот вроде ничего. И это я к чему говорю? Я, наверное, еще бы больше бы народу было в дебатах участвовало и в ВКонтакте. Не ВКонтакте как социальной сети, а вообще как бы это контачило, если бы не вот эта проблема. И продолжаем мы общаться на тему эффективности различных боевых искусств в том плане, как они являются ли искусствами как таковыми боевыми, которые несут именно бойцовскую составляющую. Потому что вот на самом деле многие люди пытаются часто тему дебатов перелопатить в совсем другую сторону. Например, говорят, ну да, типа вы сами понимаете, что мир спортивных единоборств и боевых искусств, которые имеют спортивную составляющую,
срок бойцов там типа недолг, а вот нашими искусствами боевыми можно заниматься всю жизнь, там типа это из Цюань или что-то еще, сохранять хорошую составляющую для здоровья и все. Ну, ребят, вот понимаете, это явное передергивание, потому что когда речь идет о том, насколько эффективно боевое искусство именно как искусство мордобоя, не надо приплетать сюда тему оздоровительной составляющей. Это темы разных разговоров. Замечательно, когда в одном все сочетается. Это вообще просто великолепно. Я к тому же скажу, но может, на эту тему это позже поговорю. Не вижу вообще противоречий, на самом деле, вообще никаких. Вот. Но когда мы разбираем какой-нибудь один аспект, то не надо приплетать сюда вот этот вот боевой фитнес, как я называю это дело. Потому что на самом деле это самый настоящий боевой фитнес. Когда мы говорим о том, что занятие какими-то боевыми искусствами это полезно для здоровья, и можно этими многодрыжцами, рукомашцами заниматься всю жизнь, до 70, до 80 или скольких там лет, то это вообще замечательно. Это никто не оспаривает абсолютно. Вообще не оспаривает никто. Я вам скажу даже больше, ребят. В таком ключе, как занимаются вот этим вот боевым фитнесом, там это старички, которые занимаются дзюдо или карате, может заниматься и боец ММА. Всю оставшуюся жизнь. Вот он закончил свою карьеру, и он может спокойно отрабатывать эти вот элементы борьбы, бойцовские, в виде того же боя с тенью, кихона, работе на снарядах, обусловленных каких-то спаррингах по типу Джуйпон Кумите, со своими партнерами такими же по залу, как он сам. То есть какие-то бросочки в режиме лайт заниматься. Это обусловлено. Почему нет? И все получается абсолютно то же самое, ребят. Никто не отнимет эту фитнес-составляющую. Больше того скажу. А кто мешает заниматься бойцу там ММА дыхательными практиками? Цигун и всем остальным? Нет. Давайте не будем приплетать по этому фитнес. Мы говорим только об одной теме. О том, насколько это эффективно в драке. А теперь давайте просто по логике порассуждаем. Что является доказательством эффективности? Это реально какие-то победы. Хоть какие-то. У бойцов, которые занимаются контактными видами единоборств, мы эти победы видим на соревнованиях. А у тех, кто не занимается, не привносит в программу тренировок своих контактный спарринг, пусть даже учебный, но произвольный, не занимается этим делом. Можно на слово, что ли, поверить? Может быть, когда-то в старину там они проверяли это на самом деле, там один другого вызвал, один другого грохнул. Но сейчас-то как? Что, так же, что ли? Никто этого делать не будет и не делает. Как-то только по спортивным правилам. Но если этого нет, то есть нету никаких ни по спортивным, ни по спортивным правилам побед, спаррингов, то как оценить, друзья? Как оценить эффективность? Только одними рассуждениями, что это создавалось, как смертоносное боевое искусство может и создавалось, я ничего не говорю. Тогда создавалось, тогда оно и было смертоносным боевым искусством. Возможно, тогда это все так и работало. Я не отрицаю. Так и было, скорее всего, наверное. До тех пор, пока не было другого. А теперь стало менее смертоносным. Менее. Почему? Потому что появилось что-то другое, более эффективное. Пример всегда с оружием. Была пищаль, мушкет, или лук какой-нибудь, арбалет, который долго было заряжать и все такое. И он появился, автомат Калашникова. Появилось лучше. Смертоносный мушкет, да, он был разработан как смертоносное оружие, реально, прям вообще насмерть убивало людей, прям сразу через доспех даже, через кирасу простреливало насквозь, человек умирал. Смертоносное, искусство, это мушкетеры были такие, не владели мушкетами, да, и что? А потом появилось более смертоносное. Считать, надо ли?
Вот меня все время, значит, обвиняют по поводу того, что и не понимают, значит, по поводу того, что как же так, Михаил, ты продался этим поганым ММЭшникам, там, ты же каратист, пятый дан фудокан, традиционщик, Йорги сдавал экзамены, блин, как ты мог? Это мне говорят мои коллеги по цеху карате. ММЭшники мне говорят другое. Откуда взялся этот Шилов, этот выскочка? У него там типа боев по ММА-то нет, он не участвовал в серьезных соревнованиях вообще никаких-то. Ну да, ведет там секцию, ну да, у Капшая сам сертификат там получил, ну да, семинары посещал там. Ну, но он же типа бойцом-то не был, блин, потому что тогда, когда я занимался карате, ММА еще как таковой только вот распространялся, появлялся, блин. Мне, слава богу, 44 года. Начал я заниматься ММА, ну, может, несколько лет назад там, да, ну, вот так. Конечно, я уж староват был, чтобы участвовать активно в соревнованиях. Ну, понятно, прощелкал я там это время. Ну, что ж поделаешь. Это вовсе не значит, что я не разбираюсь в этой теме. Понимаете? Вы посмотрите на своих, на большинство сенсеев своих, которые никогда не участвовали ни в каких полноконтактных боях, тем не менее они это возглавляют, какие-то федерации, ведут какие-то тренировки, имеют свои додзё и учат вот этому вот всему, там, техникам ортодоксального карате своих учеников, там, выполняя ката, там, и обусловленные какие-то вещи, и все, и считают, что это все нормально, они могут вот этот тип тренировать. Да? Хотя не провели ни одного боя, там, условно говоря. Но таких большинство. Я даже не сомневаюсь, что они могут научить. Понимаете? Потому что тренер это не всегда там, самый лучший в том, чем он сам тренирует. Скажу больше, абсолютно и большинство лучших тренеров не из самых лучших атлетов. Это закон вообще. Закон. Никогда практически такого не бывает, что сам чемпион, перейдя на тренерскую сам работу, стал там тренер прямо вот на 100% стал сам тренером чемпионов. Это наоборот, скорее всего, исключение из правил. Это казуистика даже. Вот негодяй влез в середину, блин. И перекрыл всем движение. Олень, блин. Вот. Ну так что бишь я? На чем остановился? Останавливаться я не буду, буду двигаться дальше. Так вот, на самом деле получается, я как в том фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих». Помните? Убей его, Шилов. Да, вот как раз у меня даже фамилия соответствующая. Шилов, представляете, блин? Надо ж как совпало-то. Вот. Не те. Недовольны мной. А это говорит о том, что меня вот обвиняют часто, что я пытаюсь поймать вот на этом, на разногласии, как бы хайп, и поиметь на этом коммерческую составляющую. Друзья мои, какая в жопу коммерческая составляющая, когда я и в том лагере заимел себе врагов. Если бы я хотел бы поиметь с этого коммерческую какую-то составляющую, я бы наоборот бы втерся в доверие и тем. Понимаете? Вот. Потому что, например, там обвиняют меня самотрадиционщики в том, что я прямо так лоббирую тему, значит, ММА, так прямо нахваливаю ММА. Просто хочу на волне хайпа, значит, ММА поймать себе какой-то дешевле. Друзья мои, все, что я как коммерсками произвожу, там, макивары там, и курсы какие-то, они направлены как раз больше на традиционщиков, понимаете? А не на бойцов ММА. Если бы я хотел бы поиметь коммерческую составляющую какую-то, мне бы наоборот бы, я бы излагал бы то, что было бы в тренде для традиционщиков, чтобы они стали как ко мне лояльны наибольшим образом. И покупали бы макивары мои, если говорю. Я же этого не делаю, понимаете? Потому что, понимаете, как это? Платон мне друг, но истинно дороже. Ну, не говорю на 100%, что прав. Но мне так кажется, понимаете, а каждый имеет право на свою точку зрения. Имеет право ее высказывать, доказывать, отстаивать и так далее.
Вот так вот, друзья. Поэтому никакой у меня коммерческой составляющей в этом деле нет. И хайпа я никакого не пытаюсь абсолютно поймать. Я излагаю абсолютно то, что считаю правильным. Вот так это дело выглядит. Так вот, а что по поводу традиционных боевых искусств и ММА? Не лоббирую я никак ММА. Понимаете, лоббизмом ММА я не занимаюсь. Больше того скажу, мне в ММА многое не нравится. Не нравится то, что в ММА отсутствует, пока, я думаю, некий фундаментализм, вот такой вот аристократизм, какая-то вот эстетика. Люди, приходящие туда, этого, как правило, лишены. Ну, это по моим наблюдениям, очень часто как бы лишены. И это не может и не расстраивать. Делает его таким исключительно прикладной такой штукенцей, которая, тем не менее, просто великолепно работает. Но, понимаете, это все придет, это удел любовного дела. Какой-нибудь каламбурчик, удел любовного дела. Проходить стадию такого вульгаризма. Так и было и с Кёкушином, и с Кудо, и, да и со всеми стилями абсолютно это было, понимаете? Все единоборства проходили через это. Бокс проходил через это. Такой сейчас эстетический вид искусства боевого бокса. Шикарный просто. А какой он был уродливый, когда это было все на голых кулаках, от пояса боксировали и так далее. Ну, все было не так. Когда можно было головой там бить, и не знаю, там даже только кусаться нельзя, условно говоря, так все можно. Он был ужасен. Кровище там не... и быдло дралось. Первые все чемпионы, они, как правило, аристократизмом не отличались. А вот уже последующие многие ребята были такие, что... Хороший френч или смокинг на них сидел просто как влитой. И они в нем прекрасно выглядели, понимаете, эстетично и замечательно. И в высшем свете были люди. Ну вот это вот все это проходит. И здесь то же самое будет, друзья мои. Ну, не может этого не быть. Это все произойдет обязательно. Но тем не менее, вот почему я... Какую я точку зрения отстаиваю? Очень простую на самом деле. Я не считаю, что ММА чем-то там прям супер лучше, чем какое-то любое традиционное направление. Просто я считаю, что любые традиционные направления в классическом их понимании, как они были разработаны там чуть ли не 100 лет назад, они себя изжили, понимаете, потому что время на месте не стоит. И для того, чтобы они сохранились как реальные боевые системы, а не просто как дань истории, они должны просто немножко поддаваться инновационным влиянием, что, собственно говоря, и происходило всегда. Сейчас во всех абсолютно боевых искусствах есть удары Маваши Гери, Ура Маваши Гери, Йоку Гери, которые во многих боевых искусствах этих ударов, в принципе, не было вообще никогда. Да? До того, как их придумал Фунакоши Гичин. Фу, не Фунакоши Гичин, а Юшитак Фунакоши. Сам сын Фунакоши Гичина. Это был вообще, конечно... Великий мастер, который обогатил вообще технику боевых искусств, ударами ногами в том числе. Очень серьезно. Вот. Это гений карате. Ну вот, понимаете, это все происходило. И сначала ведь тоже ведь упирались люди рогом. Говорили, а нахера? А потом, как оказалось, ничего не нахера, все нормально. И все это приняли. И сейчас надо принимать, понимаете? Вот надо принимать. Надо, например, принимать борьбу, партер, надо принимать. Все равно потом время само покажет, и что надо это сделать. И все равно примите. Вот все равно, зачем вы вот так вот упираться? Изучайте, блин, историю. Смотрите, как развивались искусства боевые. Всегда все равно то, что появлялось и то, что работало, всегда потом использовалось, да? Так. Всегда потом использовалось в самой полной мере. Без проблем.
Поэтому не надо отставать. Смотрите, ты тоже ведь там упираешься. Не пойдет такая техника, не работает она, не нужно этого. Потом все принимали, было нужно, все работало. И здесь то же самое все будет происходить. Так зачем вот эти раздоры и все? Просто подвергните анализу историю. История – наука неточная. Но, понимаете, такая же неточная наука – это, например, фондовые биржи. Или валютная биржа. Но есть определенные закономерности в кривых, лямых там и прочих, которые, наблюдая, можем делать довольно точные прогнозы. И история точно так же работает. Ее можно прогнозировать, если анализировать ее правильно. Все идет точно по спирали, законы диалектики. То есть все вот так идет, по спирали вверх. И все повторяется. Если это уже повторялось, значит и здесь это то же самое произойдет. Абсолютно. Ничего не изменяется. Поэтому, друзья мои, надо просто все принять и все. И я не за то, чтобы загнобить искусство боевые традиционные или ортодоксальные. Я сам традиционщик, понимаете? Я каратэка, я фудакановец. Прежде всего. Это самое первое. И для меня задача-то такая, чтобы не загнобить стиль, чтобы он не потерялся. И любые другие традиционные боевые искусства должны точно так же не потеряться. Они должны получить свое второе рождение за счет того, что они будут обогащены, оплодотворены новыми взаимодействиями. Пока я вижу эти взаимодействия только на ниве ММА. Вот там они все взаимодействуют, понимаете? Вот это единственная вещь, практически единственная, еще такие там ударки, типа Кайвана там, или что-то там еще, где могут взаимодействовать там ударники только, например. Но ММА это то, где могут взаимодействовать все. Все, кто так или иначе связан с миром боевых искусств. Они там все могут обмениваться опытом. Причем обмениваться опытом не бла-бла-бла на семинарах, вот как там это собирается... Как у них называется там? В Москве-то там они собираются. Хорошие ребята собираются. Там Женя Кульбанский, Косоротов, там еще там кто-то там. Забыл, как у них там лига или там академия или еще что-то там. Там из мастеров. А они обмениваются опытом. Друг другу что-то показывают, рассказывают. Ну, понимаете, но это вот замечательный обмен опытом для мастеров в плане бла-бла-бла. А самый хороший обмен опытом, это для них и надо, для мастеров так обмениваться именно, потому что они уже не молоды и опыта уже достаточно. А молодые не так обмениваться опытом должны. Они должны обмениваться опытом в реалиях, в прямом противоборстве, в спортивном противоборстве в том числе. И вот тогда это все работает абсолютно, понимаете. Вот ММА это та площадка, это тот агрегатор, где может это все произойти. Вот пока другого я не вижу. И из ММА это я черпаю возможности для обогащения того же фудагана, чтобы он не загнобился, а сохранился. И сохранился, в том числе, как традиционный стиль. Кстати, хочу сказать, что в фудакане, например, сейчас в рамках соревнования вводится отдельная дисциплина – борьба. Благодаря тому, что Григорян Рудольф, это вот Академия Будо-сан, это мои как раз ученики, Григорян Горшков, вот, они эту тему на конгрессе, на всемирном, пролоббировали, вот, сказали, что это разработано было совместно со мной, вот, потому что я в эту тему вот продвигаю постоянно борьбы, внедрение борьбы в карате. Этим я, кстати, занимаюсь уже хреновую тучу лет вообще, со времен самой молодости своей. Бросковая техника, борьба в большей сам степени. Единственное, что, конечно, не вводили партер, а вот сейчас еще и партер туда войдет. Понимаете? И фудакан сохранится как традиционный стиль абсолютно, почему нет? Просто он обогатится новыми техниками. А вот кто упирается рогом, они не обогатятся. Они, понимаете, они на шкале времени катастрофически убегают назад. Мы все сидим в поезде, кто не хочет оставаться сам на месте. А они стоят на платформе, укоренились на ней. Ну а относительно поезда они улетают в глубокую задницу. В хвост оттуда, все, они, их уже не видно скоро будет, все, в лету канули, все. Даже если они были когда-то очень эффективны, нету их, они исчезнут просто, они просто потеряются, что бы ни говорили. Надо идти в ногу со временем. А тот, кто сел в этот поезд,
и продолжает в этом поезде заниматься своим делом, но с поправкой на ветер, тот и достигнет результата. Ну, слушайте, друзья, я думаю, я донес идею свою, я на тренировку приехал. Всем пока, но пасаран, МП Блаунита, Аванс и Лябенсида. Все, я погнал. Салют!